Начато строительство первой в Якутии станции биологической очистки фекальных вод. Мощность объекта рассчитана на все население Чурапчи. Возведение станции находится под наблюдением госконтроля по строительству России. Продолжат наши корреспонденты. Данный объект является одним из первых станций республики, финансируемый в основном из федерального бюджета. Следует отметить, что в селе Чурапча свыше 90% многоквартирных жилых домов благоустроены, и с каждым годом их количество увеличивается. Но, по словам специалистов, станция имеет возможность полностью обеспечить все село, так как мощность производительности составляет 500 кубов в день. Министерством ЖКХ совместно с муниципальным образованием Чурапчинский УЛУС была совместно подготовлена заявка, которая была направлена в адрес Фонда содействия реформирования ЖКХ. В рамках данной заявки у нас было заключено конституционное соглашение. Первая защита заявки была проведена в январе, по итогам которой нам дали положительное решение. В течение полугода дали срок проработать все вопросы, все, значит, стадии мы прошли, заключили конституционное соглашение. Повторно защита заявки была проведена в августе месяце этого года, по итогам которой решение вышло положительное. Поставкой и монтажом оборудования занимается общество с ограниченной ответственностью «Инфинита». Часть оборудования предприятия производит сама, а оставшуюся часть, в особенности насосы, обезвоживатели, фильтры, привозят из западной части России. Ну, плюсами нашего оборудования является то, что преимуществами мы делаем это дешевле и проще. То есть в наших северных условиях и учитывая короткие сроки, мы стараемся как бы и учитывая то, что мерзлотный режим, и сжатые сроки, и холод. То есть наше оборудование собирается очень просто. Не для европейского потребителя, то есть это для наших конкретных суровых условий. То есть если что-то случится, то у нас есть запас прочности и резерв. Согласно по графику, строительство станции завершится в декабре этого года. Айтелина Семенова, Анна Семенова, НВК Саха, Чурапча.